Одни не доработали, другие не уследили. Чиновники прокомментировали провалы дорожного покрытия на набережной. Напомним, 3 недели назад появилась первая яма. Дефект устранили, цитирую, «защебенив образовавшуюся пустоту». Однако проблема не ушла и спустя некоторое время напомнила о себе, но уже на другом участке сооружения. Специалисты выяснили, в чем причина. Оказалось, старая набережная была уже. Чтобы ее расширить, шпунты пришлось устанавливать в воду в нескольких метрах от берега. Пустоту заполнили щебнем, песком и, как говорят свидетели строительства, всяким мусором. Все это впоследствии вымыло водой. В этом случае, пояснил руководитель комитета капстроительства Николай Якубович, застройщик, видимо, решил сэкономить или ошибся в расчетах, а власти не доглядели. Далее, когда будем работать, все-таки обследование, когда мы будем поднимать и все остальное, более будем серьезно подходить к этому по приемке работ. То есть и по уплотнению, и по проливке, и все как положено, все будем стараться. Весь мусор, который вот между шпунтом и старой набережной, чтобы его, конечно, выбирали, и чтобы вот такого не случилось. То есть 2 раза награбли, я думаю, не наступим.